Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о мониторе Philips 345E2AE. И прежде чем начать обзор, я попрошу вас поставить лайк и написать приятный комментарий. Это очень мотивирует меня на создание новых видео. А также включайте колокольчик и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. Диагональ экрана 34 дюйма, разрешение 3440 на 1440, соотношение сторон 21 к 9, время отклика 4 миллисекунды, подсветка WLED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 75 Гц, кристально чистое изображение с ультра-wide QHD 3440 на 1440 пикселей. Монитор обеспечивает кристально чистое изображение с разрешением ультра-wide Quad HD. Монитор оснащен высокопроизводительной панелью с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178 градусов, благодаря чему изображение и графика буквально оживают на глазах. Формат ультра-вайд 21 к 9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Монитор с кристально чистым изображением подойдет и требовательным к деталям профессионалам, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами. Расширенная цветовая палитра для яркости изображения. Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий, красный и насыщенный синий цвета. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками. Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений. В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости. Размеры монитора 82 см в ширину, 37 см в высоту, толщина 5 см, вес 5,65 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Кнопка перемещения по меню Easy Select для быстрого доступа к параметрам. Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню Easy Select вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экране меню. Встроенные стерео для воспроизведения мультимедиа, два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. Технология AMD FreeSync для сглаженного игрового процесса. Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик. Игровой режим Smart Image специально для геймеров. Новый игровой дисплей отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS имеет специальный режим Smart Frame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат. Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза. Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр. Режим Low Blue для продуктивности и защиты глаз. Исследования показали, что, как и ультрафиолетовые лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать
воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Low Blue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие. MultiView позволяет одновременно использовать два подключения. С монитором высокого разрешения вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например, с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы. Smart Contrast – для насыщенных оттенков черного. Smart Contrast – технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Один DisplayPort версии 1.2, два HDMI 2.0, один аудиовход ПК, один выход для аудио и наушников 3,5 мм. Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов. Хранение кабелей – это удобная система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные отрицательные. На белом заметна зернистость. Цвета не вызывают вау-эффекта. Низкая ножка. Засветы. Глоу-эффект. Плохой звук. Цветовой градиент слева направо от холодного к теплому. Слабоватая яркость. IPS. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным, и сейчас расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Высокое разрешение. Соотношение сторон 21 к 9. IPS-матрица. 8 бит. Минималистичный строгий дизайн. Картинка яркая и сочная. Кристаллического эффекта нет. Широкие углы обзора. Соотношение цена-качество. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании. Ставьте лайки и пишите комментарии, если обзор был для вас полезен. На этом все. Не забывайте подписаться на наш канал и включить колокольчик. Всем пока!